я такой добрый, я на самом деле жадный и... А просто система свалилась, там что-то мы оплатили, Ваня, а что-то не получилось, деньги остались, и поэтому... Все вовремя, смотрите, да. Владыка, еще у меня просьба, сориентируйте, пожалуйста, нас. Вот мы теперь уже представители разных организаций молодежных. Чем заняться? Какие стороны сферы больше всего смотреть и обращать внимание? Новые горизонты, может, какие-то? Тем более мы многие, правда, православные, но также состоим еще в неких светских организациях, на которые тоже можем влиять. Ну, я, знаете, много у меня даже в голове всяких мыслей. Я сейчас немножко тороплюсь, ну, вот, и волнуюсь, вот, надо успеть. И что-то вручить сейчас, какие-то подарки, еще там я шоколадку вам привез. Ну, вот. Поэтому я просто хотел сказать, что можно проанализировать, это как надо продумать, вопрос серьезный на самом деле. Я просто скажу лучше что, что те направления, которые выбираете, и еще подобных много, они просто необходимы, они интересны. Но побольше стараться вот вкладывать именно сердце, любви, и все, как бы, знаете, как, и, наверное, видели, как вегетарии, дирижеры поют. Они так раз, квинтон такой, знаете, две палочки на одной держатся, такие рогаточка такая, дзинь, и так вот там нота до или там ми там. И он все время себя сравнивает с этой нотой, чтобы не... Потому что человек, он по своему складу все время скатывается, хочет себе сесть, лечь, там, вот, ну, понимаете, да, пришел и заболел, и лег там, да. Вот, то есть все время прислониться, а надо все время себя подтягивать, поднимать. Поэтому такое желание, чтобы вы все время себя сравнивали с евангельскими заповедями, с апостольскими преданиями, читали побольше жития святых. Потому что жития святых – это вот самое интересное чтение, то есть лучше любой сказки, самое духовное и нравственно полезное. Поэтому, когда читаешь, то начинаешь подтягиваться к отцам святых. А вот эти все модные там ваучеры, там, какие-то слова иностранные, там, волонтеры, там, в смысле, названий много интересных, они, может, хорошие тени, но они те же русские, допустим, взять «Лапта», да? Ну, наша старинная русская игра. А сейчас, как он называется-то? Бейсбол. Да. Самый популярный в мире вид спорта. Да. Американцы просто там, они звереют, там, смотрят, что надо вечером. Это просто русская лапта. И так далее. Там хоккей, там русский хоккей, там Венди назвали, а потом маленький тоже русский хоккей на льду, там, сдали, канадский хоккей. Все, приехали же отсюда. Поэтому надо, главное, держаться традиции и побольше сравнивать себя с Священным Писанием, с святыми отцами. Остальное все приложится. Я думаю, любые направления, все нужны направления. Тут нельзя будет одно или другое. Вот. Но я думаю, еще воинский дух, потому что сейчас там родину защищать, нам надо быть здоровыми, поэтому спорт тоже нужен. Поэтому, что... Спасибо давайте, большое. Кого-то наградим, может быть, да?